С вами Денис, компания «Электромотор». Сейчас мы с вами посмотрим обзор на шуруповерт компании DeWalt, марка DCD710D2. Он у нас поставляется вот в таком кейсе. Он у нас цельный, выполнен из очень прочного, хорошего пластика. Страна изготовления – Китай. Давайте приступим к его распаковке и посмотрим дальше, что у нас внутри. Компания «Электромотор». Так, смотрим комплектацию данного шуруповерта. Шуруповерт DeWalt DCD710D2. Вот он лежит. Потом две батареи, которые идут в комплекте, и зарядное устройство. Хочу обратить ваше внимание на то, что шуруповерты торговой марки DeWalt имеют свою маркировку. Этот шуруповерт называется DCD710D2. Хочу подробнее рассказать про то, что обозначают эти буквы. Итак, DCD – это у нас маркировка всех шуруповертов именно этой компании. То есть с этого начинается как бы маркировка каждого из них. Потом идет 710. 710 – это модель данного шуруповерта. Есть 716, 771 и так далее. То есть это уже маркировка конкретно данного шуруповерта. Следующие остальные буквы, например, как у этого D2, это обозначает количество наличия батарей. Еще что очень важно, есть D2, есть C2, есть P2. Что обозначают эти буквы? Буква D обозначает, что это default, то есть он стандартный, обычный, простой. Буква P обозначает power, то есть он уже более мощный, то есть он для работ, которые более существенны, с более тяжелыми и сложными инструментами. А буква C – это компакт, то есть он по своему принципу более компактный, более легче и проще лежит в руке. Что такое 2? 2 – это обозначение того, что в комплект идет две батареи. В конце названия каждого шуруповерта в аббревиатуре есть еще дополнительные буквы, которые обозначают страну производителя. Я читал на форуме, что QV это обозначает про то, что товар сделан в Европе. Сайт, кстати, форума citylink.ru. Если хотите, можете также почитать. Еще есть вторая аббревиатура, которая называется Made in PRC. Это обозначается, что продукт сделан в Китае. Вот. Здесь еще написано «In this Germany», чтобы вы не путали, это не в Германии сделан, это просто там находится штаб-квартира для того, чтобы поддержку пользователей и данной продукции, то есть штаб-квартира, офис. Вот. И что еще очень важно, сам продукт, он американский, то есть не путайте то, что здесь Германия, сам продукт именно сделан в Америке. Сейчас рассмотрим ближе наш шуруповерт. Напомню, он называется модель DCD710D2D. Здесь у нас внизу находится аккумулятор слайдерного типа на 2 мАч, 10,8 вольт. Снимается с помощью кнопки выдвижением вперед. Вот. Защелкивается точно так же, очень легко. Аккумулятор, как бы его... хотелось бы иметь индикатор для подзарядки, но здесь его нету, поэтому примерная работа где-то около часа. Заряжается он, в принципе, точно так же. В комплект входит 2, поэтому для непрерывной работы вполне достаточно для дома и каких-то других работ. Сверху есть место для крепления скобы, вот, для того, чтобы можно было повесить шуруповерт к себе на ремень, вот, если вы где-то далеко, высоко лазите, чтобы за ним не спускаться. Также есть возможность прикрепления ремешка, вот, что тоже может иногда пригодиться. Дальше мы видим ручку, она очень обильно прорезиненная, очень удобная. Если взять в руку, то рука очень хорошо лежит. Ничего не скользит, ничего не соскальзывает. Все очень прочно и компактно. Сборка очень хорошая, ничего нигде не люфтит, все хорошо лежит. Что мы смотрим выше в основной части самого шуруповерта? Переключатель скоростей.
Первая скорость у нас от 0 до 400 оборотов в минуту, на второй скорости от 0 до 1500 оборотов в минуту. Скорость регулируется с помощью силы нажатия на клавиши. Если мы нажмем легонечко, видите, как медленно крутится. Сильнее нажимаем, быстрее, еще сильнее, и так до максимальных оборотов, в зависимости на какой скорости вы здесь находитесь. Также есть режим дрель на максимальных оборотах, также у нас быстрозажимной патрон. Вот здесь металлическая окантовка, что не дает повредить материал, с которым вы работаете. Также существует реверс, и в одной, и в другой стороне, по центру он блокируется. Подсветка существует, она светится только тогда, когда мы с ним работаем. В других моделях бывает такое, что подсветка еще светится некоторое время после того, как вы работаете, что также в некоторых случаях очень удобно. Из плюсов, что могу сказать, очень легкий, очень эргономичный, не самый мощный такой, я бы сказал, средней мощности для, в принципе, для домашнего использования вполне его будет достаточно, тем более в комплекте два аккумулятора. Вот. Из таких как бы нюансов, эта подсветка в новых моделях уже устанавливается вот в эту часть внизу, для того, чтобы свет попадал не только вот в одну точку, а рассеялся на все поле работы. Вот это, в принципе, очень удобно. Это в новых моделях такая есть штука. И еще один нюанс заметил, что вот есть такой небольшой люфт батареи сзади. Это ничего страшного, то есть она полностью нормально сюда ложится. Просто как бы в конце нету ей за что зацепиться. То есть это не недостаток, это просто такой нюанс, на который вы можете обратить внимание. Но ничего такого как бы в нем нету. То есть вполне... Индикации, да, и нету индикации в батарее. То есть то, что нам не дает понять, что батарея не полностью разряжена. Хотя, опять же, в принципе, чтобы вы понимали, где-то около часа работы она, в принципе, готова. Цена данного шуруповерта, напомню, модель DCD710D2, 3992 гривны. На нашем сайте вы можете получить также скидку по промокоду TOOLS2020, ввести его при заказе в строчку и получить скидку от 1 до 25% на все шуруповерты, которые у нас есть в наличии. Поэтому подписывайтесь, смотрите наш канал, будет очень много интересного, много акций, а также скидки и бонусы.